Всем привет! Сегодня я вам покажу, как шить такой красивый блок. Все размеры деталей я оставлю в описании под видео, поэтому смотрите там. Припуск 7 мм. Давайте приступим к пошиву. Я заранее разрезала квадраты размером 6,5 на 6,5 сантиметров пополам по диагонали. Теперь нам нужно пришить эти треугольники к нашим прямоугольникам. Складываем две детали друг с другом, как показано на видео, и скалываем булавками. Аналогичным образом к противоположной стороне прямоугольника прикалываем наш треугольник. Теперь нам нужно проложить строчку по этой стороне и по этой стороне. На машинку я установила лапку для пэтчворка с направляющей. Теперь нам нужно опустить лапку направляющую, направить вдоль нашей стороны и проложить строчку. Если у вас лапки такой нет, тогда ориентируйтесь просто на лапку. Во время шитья убирайте иголки. Вот так у нас должно получиться. Теперь нам нужно это все приутюжить и заутюжить. На утюге я установила режим хлопка и убрала пар, он у меня на нуле. Теперь нам нужно приутюжить наши припуски, а потом заутюжить припуски на сторону треугольника. У меня на видео треугольники чуть больше, чем нужно. Это я изначально просто перепутала размер, выкроила больше. Теперь нам нужно убрать наши хвостики, обрежем лишние. Так делаем на всех деталях, если это необходимо. Далее берем наши два квадрата размером 1,5 на 1,5 сантиметров и разрезаем эти квадраты на 4 части по двум диагоналям, чтобы получились 8 треугольников. Теперь эти треугольники нам нужно пришить к этим деталям. Берем нашу деталь, берем треугольник, складываем друг с другом таким вот образом и скалываем булавками. Прокладываем строчку вот по этой стороне, на всех деталях. Припуски я уже приутюжила и заутюжила на сторону треугольника. И теперь нам нужно остановить эти треугольники, если это необходимо. На линейке находим разметку 45 градусов, прикладываем к длинной стороне треугольника. От нашего угла прямоугольника мы отмеряем припуск 0,7 сантиметров и обрезаем лишнее. Аналогичным образом делаем с другой стороны нашего треугольника.
Берем наши 4 квадрата размером 10,5 на 10,5 сантиметров. Складываем вот таким образом друг с другом. И теперь их нужно разрезать пополам по диагонали, чтобы получить 8 треугольников. Эти треугольники нам нужно пришить к большим нашим треугольникам. Складываем эти две детали друг с другом, как показано на видео. И скалываем булавками. Теперь нам нужно проложить строчку вот по этой стороне, на всех деталях. Припуски я приутюжила и заутюжила на темный треугольник, таким вот образом. Аналогичным образом нам нужно пришить оставшиеся треугольники к другой стороне нашего треугольника. Прикладываем две детали друг с другом, складываем и скалываем булавками. Прокладываем строчку по этой стороне на всех деталях. Вот что у нас должно получиться. Припуски я приутюжила и заутюжила также на темный треугольник. Теперь нам нужно эти прямоугольники осноровить до размера 9,5 на 13,5 сантиметров. На линейке ищем разметку 45 градусов. Размещаем ее вдоль нашей диагонали. И от этой вершины мы откладываем наш припуск. Отрезаем лишнее. Теперь нам нужно перевернуть деталь. И уже от этой стороны мы отмеряем 9,5 сантиметров. Размещаем линейку ровно. И отрезаем лишнее. Так мы делаем со всеми деталями. Такие детали у вас должны получиться. Теперь берем наш квадрат и треугольники оставшиеся. Складываем друг с другом эти две детали таким вот образом. И прокладываем строчку по этим двум сторонам. Припуски я приутюжила и заутюжила в сторону светлых треугольников. Теперь нам нужно обрезать хвостики, если это необходимо. И к этим двум сторонам пришить два других треугольника. Прокладываем строчку по этим двум сторонам. Вот что у вас должно получиться. Припуски я приутюжила и также заутюжила на сторону светлых треугольников. И теперь нам нужно этот квадрат остановить до размера 13,5 на 13,5 сантиметров. От этой вершины мы отмечаем припуск 0,7 сантиметров. И от второй вершины. И вот здесь желательно бы провести как бы прямую линию, линейку направить ровно. Берем оставшиеся два квадрата размером 10,5 на 10,5 сантиметров, разрезаем пополам по диагонали, чтобы получить 4 треугольника. И эти треугольники нам нужно пришить к нашему центральному квадрату. Складываем друг с другом две детали, скалываем булавками
и с другой стороны аналогичным образом скалываем. Прокладываем строчку по этой стороне и по этой стороне. Припуски я приутюжила и заутюжила на сторону темных треугольников. Таким же образом мы пришиваем два других треугольника к нашему квадрату. Здесь строчку прокладываем и здесь. Вот такой квадрат у нас получается. Я его уже сноровила до размера 13,5 на 13,5 сантиметров. Припуски заутюжила. К этому квадрату нам нужно пришить две наших детали. Складываем друг с другом эти детали. Совмещаем наши вершины треугольников и фиксируем булавкой. Аналогичным образом к другой стороне прикалываем нашу деталь. Прокладываем строчки по этой стороне и по этой стороне. Вот что у нас должно получиться. Следите, чтобы у вас стыки были хорошими. И припуски я разутюжила в разные стороны. Наша деталь готова, центральная. Нам осталось сделать еще две детали. Берем наш прямоугольник и к двум меньшим сторонам этого прямоугольника пришиваем квадраты. Прокладываем строчку здесь и здесь. Вот что у нас должно получиться. Припуски я разутюжила в разные стороны. Теперь нам нужно эти детали пришить к нашей центральной части. Складываем эти две детали, соблюдая рисунок. Стыкуем наши вершины и фиксируем булавками. Прокладываем строчку здесь и здесь. Вот такой вот у нас блок получился. Припуски я везде разутюжила в разные стороны. Шейте с удовольствием.